عن الربيع بن سبرة الجهني، الربيع بن سبرة الجهني المدني، عن أبيه سبرة، تواتسى سبرة، سبرة بن معبد، سبرة بن معبد، سبرة بن معبد الجهني. الجهني первая битва, в которой он участвовал, это Хандак. Это сподвижник по имени Сабрату, Сабрабну Маабад. Запомнили? Какой сподвижник? Сабрабну Маабад. Сабрабну Маабад. Анна Укаль, что он сказал? Азина ляна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассаляма виль мута. Дозволил нам посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям мута, то есть временный брак. Фанталакту ана ва раджул иля мурати мин бани Амир. И отправился я и некий другой человек к женщине из Бану Амир, из рода Бану Амир. Кааннаха бакратун айтаяна, вроде была бакра, то есть молодая, еще молодая, айта, айта, то есть стройная, с длинной шеей, ну, длинная шея в нормах длинная, да, в норме длинная, стройная. Фарадна алейха анфусана. И мы предложили ей себя в качестве вот мужей, да? Факалет, она сказала, матурты, она сказала, что дашь, что ты дашь в качестве махра. Факульту рида, и я сказал рида, то есть свою накидку я дам. Факаля сахиби рида, и мой товарищ сказал спутнику, он сказал, я дам тоже свою накидку. Факан рида сахиби аджудуми рида, и он говорит, накидка моего товарища, она была лучше, чем моя накидка. Вакунта ашаббамину, но я был моложе. Фаида назарат иля ридай сахиби аджабаха. Когда она посмотрела на накидку моего товарища, она ей понравилась. Фаида назарат иля аджабту. А когда посмотрела на меня, я ей понравился. Сумма калят, потом она сказала, анта ва ридау кекфини. Она сказала, ты и твои накидки, тебя и твои накидки мне достаточно. Фамакасума саляса, я пробовал с ней 3 дня, говорит он. Сумма ина Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассалям кали. Затем посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, ман кана индаху шейу мин хазихи ан-ниса аллати йатаматта' фалюхилла сабилаху. Тот, у кого есть что-то вот из этих женщин, которыми он пользуется, то есть живет с ними в таком временном браке, то пусть расстанется с ней, то есть расторжение этого брака, то есть это потому что потом состоялся что запрет, да, на эти временные браки. Пришли к женщине, сказано, она была бакра. Бакра, то есть молодая. Да, вообще бакра, как бы это верблюдец молодых, или верблюдов называют, сильных таких молодых называют бакра. Поэтому, говорит, как будто бы она вот такая молодая верблюдица, как бы он говорит. Как будто она вот такая молодая верблюдица. И айта, айта, что такое? Это когда мы сказали с вами, что такое айта? Длинная шея, но в меру длинная, или вообще стройная. Хорошо? Потому что айт, это когда длинная шея, это называется айт. И потом, когда он уже на ней женился, сказано, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям объявил, что если кто-то и женат таким временным браком, то все, пусть отпустит эту женщину, что расстанется с ней, расстанется с ней. Шейх ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, он говорит здесь указание на что? На то, что сподвижники, радиаллаху та'аля анхум, они, если вот передавали какой-то хадис, ну, когда была необходимость, польза, да, религиозная, в плане знания религиозного, они откровенно говорили, четко, откровенно, прямо рассказывали о том, что произошло. То, что, может быть, конечно, вот такие речи, человек может постесняться рассказать об этом, может постесняться, но сподвижники, они откровенно разъясняли это. Почему? Потому что это было необходимо для передачи религиозного знания, как все было. Конечно, они были самые стеснительные, застенчивые из людей, но когда речь идет о религиозном знании, то в этом есть необходимость. Она выбрала вот этого молодого, хоть его накидка была хуже. Потому что здесь выбор у нее между имуществом, которое лучше, и между мужем, который молодой. И она выбрала того, который молодой, предпочла молодость, предпочла имуществу. Почему? Шейх Мусамин говорит, потому что это в большей степени обеспечивала ей ее целомудрие для ее органов, и она получила таким образом, что она хотела, то, в чем она нуждалась. Потому что если даже накидка была новая, ну что такое новая накидка? Сегодня она новая, завтра она станет
старой, правильно, обветшает так или иначе. Поэтому она выбрала молодого человека, отдала ему предпочтение перед тем, у которого была что хорошая накидка. Также здесь довод на то, что когда заключался временный брак, то можно было дать в качестве махра и даже какую-то простую вещь, как накидка, например. Или помните, было сообщение, где сказано, что пригоршня там фиников и так далее. И здесь указание, то, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям запретил временные браки после того, как дозволил, запретил это.